Всем привет! В этом видео я нарисую единорога. Это будет голова спящего единорога. Рисунок будет небольшой, несложный. По высоте рисунок будет занимать 23 клеточки, а по ширине 16 клеточек. Берем яркие фломастеры. Я взяла розовый, желтый, зеленый, голубой и черный для контура. В нижней части странички, это будет нижний край рисунка, по серединке отмечаем 6 клеточек по горизонтали. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и закрашиваем. От вот этой клеточки идем вверх по диагонали, влево закрашиваем одну клеточку. От этой клеточки вверх по диагонали влево закрашиваем еще одну клеточку. Теперь от этой клеточки идем вверх по диагонали влево, отмечаем клеточку. И вверх нужно отметить всего 7 клеточек. И зарисовываем по вертикали 7 клеточек. Теперь от вот этой клеточки поворачиваем влево и отмечаем 2 клеточки влево по горизонтали и закрашиваем. От вот этой клеточки идем вверх, одну клеточку вверх отмечаем и закрашиваем. Теперь от этой клеточки поворачиваем вправо по диагонали вверх и вверх отмечаем всего 4 клеточки, по вертикали закрашиваем. Теперь от этой клеточки влево вверх по диагонали поворачиваем и идем вверх, всего 3 клеточки закрашиваем по вертикали. От этой клеточки поворачиваем вправо, отмечаем вправо по горизонтали 2 клеточки и закрашиваем. От этой клеточки поворачиваем вправо по диагонали вниз и идем вправо, всего 4 клеточки отмечаем и закрашиваем 4 клеточки по горизонтали. Теперь от вот этой клеточки по диагонали вниз влево отметим одну клеточку и закрасим. От вот этой клеточки идем вверх и отмечаем 3 клеточки, закрашиваем 3 клеточки по вертикали. От вот этой клеточки поворачиваем вправо вверх по диагонали и идем вверх, всего 3 клеточки закрашиваем по вертикали. От этой клеточки поворачиваем вправо, отмечаем одну клеточку, закрашиваем. От этой клеточки идем вниз по диагонали вправо, еще одну клеточку вниз отмечаем, закрашиваем 2 клеточки. От вот этой клеточки идем вниз по диагонали вправо и вниз, всего 3 клеточки закрашиваем. Теперь от вот этой клеточки идем влево. Отмечаем одну клеточку и закрашиваем. От этой клеточки вниз влево по диагонали закрашиваем одну клеточку. От этой одной клеточки вниз по диагонали влево отмечаем клеточку, идем вниз, всего закрашиваем 3 клеточки по вертикали. От этой клеточки поворачиваем вправо, отмечаем 2 клеточки по горизонтали и закрашиваем. От этой клеточки вверх по диагонали вправо отмечаем клеточку, закрашиваем одну клеточку. И от этой клеточки вверх по диагонали вправо идем вверх, отмечаем 3 клеточки и закрашиваем 3 клеточки. Теперь от вот этой верхней клеточки на одну клеточку вниз опускаемся и идем вправо. Здесь отмечаем одну клеточку и закрашиваем. От этой одной клеточки идем вверх по диагонали вправо и идем вправо, всего 3 клеточки по горизонтали, отмечаем и закрашиваем. От этой клеточки идем вниз, отмечаем 2 клеточки, по вертикали закрашиваем. От этой клеточки поворачиваем по диагонали влево, вниз и идем влево, отмечаем 3 клеточки и закрашиваем 3 клеточки по горизонтали. Теперь от этой клеточки идем по диагонали вниз, влево, отмечаем 1 клеточку и закрашиваем. От этой одной клеточки по диагонали вниз, влево, отмечаем клеточку, идем вниз, отмечаем 3 клеточки и закрашиваем. От вот этой клеточки поворачиваем вправо и отмечаем еще вправо 3 клеточки. Закрашиваем по горизонтали 3 клеточки. От вот этой клеточки идем вниз, отмечаем 2 клеточки. По вертикали закрашиваем. Теперь от этой клеточки идем вверх, закрашиваем 1 клеточку. И от вот этой клеточки рисуем вниз полосочку, всего 7 клеточек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Отмечаем 7 клеточек по вертикали и закрашиваем. Теперь от вот этой клеточки поворачиваем по диагонали вниз, влево, закрашиваем 1 клеточку. От этой одной клеточки вниз по диагонали влево закрашиваем еще одну клеточку. Теперь от вот этого уголочка идем вправо, отмечаем клеточку и рисуем вправо полосочку, всего 4 клеточки. 1,
2, 3, 4. От вот этой клеточки вверх по диагонали вправо отмечаем клеточку и закрашиваем одну клеточку. И от этой клеточки идем вверх по диагонали вправо, отмечаем клеточку и еще одну вправо. Всего две клеточки здесь закрашиваем. Теперь от вот этой клеточки, от вот этой, две клеточки вниз перепрыгиваем, на третьей останавливаемся. Раз, два, три. Отметили клеточку и идем влево. Всего три клеточки по горизонтали отмечаем и закрашиваем. От вот этой клеточки идем вверх на одну клеточку, закрашиваем здесь одну клеточку. Теперь от вот этой клеточки, от уголочка глаза, две клеточки вправо перепрыгиваем. Раз, два, на третьей останавливаемся и рисуем вправо полосочку по горизонтали из трех клеточек. И теперь от этой клеточки идем вверх на одну клеточку, закрашиваем одну клеточку. От вот этой одной клеточки перепрыгиваем две клеточки влево, на третьей останавливаемся. Раз, два, три. И закрашиваем одну клеточку. От этой одной клеточки две клеточки перепрыгиваем влево, на третьей останавливаемся. Раз, два, три. Теперь будем раскрашивать единорога. Бантик я раскрашу розовым цветом, вот эти клеточки. Теперь я беру желтый фломастер и желтым фломастером раскрашу здесь рог и здесь одну полосочку на челке единорога. От вот этой клеточки, вот этой, еще иду влево, отмечаю одну клеточку. Здесь рисую контур, обводим эту клеточку вверх, раз, два, две клеточки. Поворачиваем вправо одна клеточка, вверх одна клеточка и вправо одна клеточка. И вот эти клеточки я тоже закрашу желтым. Теперь я беру голубым фломастером и от вот этой клеточки еще иду влево на одну клеточку. Здесь обводим контур, три клеточки вверх, одна клеточка вправо, клеточка вверх, клеточка вправо, клеточка вверх и две клеточки вправо. И вот эту часть закрашиваю голубым. Теперь беру зеленый фломастер и вот эту полосочку закрашиваю зеленым фломастером. Вот такой яркий, простой рисуночек у меня получился. Рисовать его быстро, просто, несложно. Получается ярко, симпатичненько. Если вам тоже понравился мой рисунок, не забывайте поставить мне лайк. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписался. Нажимайте на колокольчик возле кнопочки подписаться, чтобы не пропустить мои новые видео. И всем пока-пока!